Первые правила игры в футбол были введены 7 декабря 1863 года Футбольной ассоциацией Англии. Сегодня правила футбола устанавливает Международный совет футбольных ассоциаций, в который входит FIFA. Футбол – командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела, кроме рук, большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. Советской сборной и московской «Динамо». Лев Яшин является лучшим голкипером всех времен и народов. Благодаря ему советская команда получила золотую медаль на Олимпийских играх 1956 года.